Вне зависимости от года выпуска, специальности, места жительства и рода деятельности, Ассоциация выпускников объединяет всех тех, кто гордо несет звание выпускника Сочинского госуниверситета. Накануне в ВУЗе состоялось первое заседание новой организации. Юрий Найденышев – выпускник юрфака СГУ. Сегодня преподает в родной Альма-Матер и принимает студентов на практику в экспертно-криминалистический отдел Сочинского УВД. Закончив наш вуз, я преподаю в нем, уча студентам и неся это, так сказать, мудрое юридическое слово в эти неокрепшие умы, воспитывая этих студентов. В этом году СГУ отмечает 30-летие. Университет за это время выпустил более 35 тысяч специалистов. Большинство занимают солидные должности в различных областях. Многие активно сотрудничают с вузом. Цель ассоциации – развить личные контакты и профессиональные связи. У меня работа связана как раз с университетом по бизнесу, и я с таким удовольствием в эти стены прихожу, с такой благодарностью. Те преподаватели, которые в нас вкладывали все знания, свою там любовь к предметам, это мы несем и вспоминаем это с благодарностью. Все выпускники занимают достаточно престижные должности, трудоустроены, за что, я считаю, мы испытываем огромную благодарность. Сегодня ассоциация уже объединяет около 100 выпускников. Члены новой организации на первом собрании получили соответствующие удостоверения. Впрочем, присоединиться к ассоциации может любой выпускник вуза. 25 лет прошло. Как, наверное, немногие из нашего института, наша группа вторая на регулярной основе собирается. Мы эту дружбу и взаимопомощь какую-то пронесли сквозь это время. А еще в СГУ появилась аллея. Деревья высадили выпускники и установили возле саженцев памятные таблички, оставив свой зеленый след в истории родного вуза. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.